Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня создания органов контроля в советском государстве. Секретарь ЦК КПСС Соломенцев зачитал приветствие Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, работникам комитетов, членам групп и постов, всем активистам народного контроля СССР. С докладом «50 лет на страже интересов социалистического государства» выступил председатель Комитета народного контроля СССР Кованов. Участники собрания приняли приветственное письмо в адрес ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.